Убитый Николай Горянов, 14 лет. Труп был обнаружен сегодня около 11 утра в Ясеневском лесопарке. Ясеневский лесопарк в выходные множество народу посещает. Да и спальный район рядом большой. Не лучшее место для пряток. Экспертиза показала, что убит он был накануне вечером. Чует мое сердце висяк. А неправильное отношение к делу. На работу должен быть стояк. На работу стояк, а дело висяк. Почерк похож на ясеневского маньяка. Ты что думаешь? Я же говорю, висяк. Я на минуту. Сейчас приду. Да, Тань. На работе, да. Господи, вечером. Да. Я тебе, конечно, люблю продавать. Хацкевич, помогите мне. Что случилось? За мной гонится маньяк-рецидивист с самой маршрутки. Где? Вот. Гражданин, можно вас на минуту? Ну-ка, стоять! Стой! Кому говорю, стоять? Здрасте. Че, оглох, что ли, а? Че, зубы жмут? Я Краковый. По какому делу? По личному. Она моя любовница. Проходите. Спасибо. Че ты вылупился? Пиво убери. Это кто, лютый был? Че? Маньяк, рецидивист. Маринка, ты озабоченная? Да. Нет. Я не знаю. Только пикните ко мне. Подожди. Привет. Чё такой бледный-то? Я слышу.
слышал, ты умер. Ну да, я тоже слышал. Идем. Куда? Ты вообще зачем здесь? Максим Лютов, ваш новый начальник убойного. Прошу любить и жаловать. А как же... Максим наш старейший сотрудник. Был в длительной командировке. А, вот оно как. Хацкевич. Тих-тих. Не-не-не. Пускай говорит, если ему есть что сказать. Да, он же под датой. Лютов, вы под датой? Я нет. Хацкевич, ваша подозрительность переходит все границы. И представьте, я знаю о вашем нападении на Максима. И не он мне об этом рассказал, а начальник охраны. И вообще, друзья, я знаю все. Так что остальные вопросы отпадают. Идите работайте. Максим ваш начальник, и с него я буду спрашивать за все ваши прегрешения. Идите и не грешите. Вперед, работайте. Леночка Геннадьевна, а как же Витенька Александрович? Марина, ваша фамилия Маркин? Нет. Да я не понимаю вопрос. Работайте, друзья. Виктор Александрович, задержитесь, пожалуйста. Я смотрю, кому-то нечем заняться, да? А я вот слышал, что за все наши прегрешения ответите вы. Так? Примерно. А не страшно, что я специально накосячу? Может, я мстительный? Мне страшно. За малейший косяк или прегрешение выпру сразу по статье без разговоров. Ясно? Угу. Вам говорили, что у вас скверный характер. Ну, ты попробуй, мне понравится. А что нужно, чтобы вам понравиться? Расслабься. Тебя даже хирурги не спасут. Марина. Я. Вы стажер, насколько я понимаю, да? Так точно. Заварите мне чайку. 3 ложки заварки на чашку. А у нас только пакетики. Ну, тем более. Извини. Я понимаю, что надо было предупредить, но просто все очень быстро решалось. А где он был все это время? А зачем тебе это? Да не зачем, просто думал, что я его больше не увижу. Теперь придется видеть каждый день. Замечательно. Замечательно. Что? Что? Что ты ерзаешь? Что? Да ничего, как ребята смотрели в глаза. Послушай, это не понижение, это повышение. Я скоро уйду наверх, между прочим. А ты займешь мое место. Перспективу, понимаешь? Ну, потом, а пока. Блин, у меня ребенок, мне его кормить, одевать надо. Зарплату я тебе сохраню. Обещаю. Но Лютов останется потом на убойном. Лютов? Да. А что, ты сомневаешься в его профессиональных качествах? Сомневаюсь. Ну хорошо, кто тогда другой? Ну кто? Предлагай. Этот? Хацкевич? Или Кобельский? Ну, кто? Маринка. Она хотя бы старательная.
А, отлично. Как же я не подумала. Точно. Ну хорошо, давай, иди. Сдавай дела Лютову. Пока не принял мои, смотри, чтобы твой друг не покалечил никого. Бывший друг. Задушенный подросток не первый подобный случай. За последние несколько лет убито трое. Все жертвы одного возраста погибли при схожих обстоятельствах. Трупы находили в Ясеневском лесопарке, поэтому убийцу прозвали Ясеневский маньяк. Так, все, освободил. Занимай. Ага. Ну, оставайся там, я что-то не люблю, когда солнце затылок светит. А ты не видел, что я собирал? Так, а есть какие-то наработки по этому маньяку? Круг лиц? Не только наработки. Есть все доказательства. Ну и если знаем, что не берем, надо его брать и сажать в тюрьму. Уже. О, Ясеневский маньяк полгода как сидит. Да? Да. Полгода? А это что такое? Дату видел? Ну? Убийца на свободе, его нет в тюрьме. Так, ну знаешь. Я знаю. Слушайте, вы вообще о чем говорите-то? Жертве было 14 лет. Это же... Мариночка, твои 15, о детях думать рано. Мне вообще-то 20. Слушай, а кто тебе с такой психикой вообще разрешил работать в органах? Да идите вы все. Марин, Марин. Охренительная дисциплинка. А, кто бы говорил о дисциплине? Ты здесь первый день и вообще ничего не знаешь. Думаешь, я чуйку потерял? Работать и разучился. А ты знаешь, сколько мы этого маньяка ловили? Сколько эти ребята на него сил и времени потратили? Было чистосердечное признание. Дело закрыто. Ты приходишь и ляпаешь, хоть бы разобрался. Да разберусь, ты меня знаешь. С людьми так нельзя. Да, может мне перед ними извиниться, перед этими салагами, а? Ну хорошо. Тупляется этот пёс дран. Вот вам, а не извинения. Я вас научу работать, дармоеды. А ты думал, ты придешь, и молодые тебя на руках станут носить за твои былые заслуги? Они твоих заслуг не знают. Ага. Для них никто. Твой авторитет на нуле. Уронить его еще ниже просто, поднимать как выше. Да мне похрен. Моя задача дело распутать и преступника поймать. У тебя за 5 лет характер стал еще дерьмовее. А где ты видел покойника с хорошим характером? Значит так, бери своих этих сусунков, займитесь своей обычной рутиной. А я беру это дело себе. Кондиционер не работает, что? Давайте я. Он просто такой. Вы на них не обижайтесь. Они хорошие, просто. Видел я, как эти хорошие над тобой стебутся. Я привыкла. А я нет. Простите, пожалуйста, что я утром не как полицейский себя повела. Ну ладно, как девочка-то себя повела? Я испугалась. Ладно, проехали. Голова болит. Ой, может, таблеточку какую-нибудь? А-а. Слушай, может, ты за водочкой сгоняешь? Начальство что скажет? Чукча, я твое начальство. Ладно, я сам схожу. До свидания. Несите! Куда спать?
решим, Рама. Я к семье. А просто поздороваться не мог? Извини. Я не подумаю. Я так и знал. Я так и знал, что сатана пришлет именно тебя за мной. Какой нахрен сатана? Из ада. Буколку убери. Ты что, хотел из газового пистолета мне в лицо выстрелить? Лютый, ну я честно, я не знал, что ты жив, ну. Ага, не знал. Я понимаю, я обязан тебе, ну, пусти. Значит так, заткнись и слушай. Мне нужна машина, неприметная, но шустрая. Завтра, понял? Я сделаю, но за такой срок невозможно. Ночь на дворе, тем более с документами. Значит, документы сделаешь позже. Все понял? Все, я пошел, мне пора. Лютый, ну, Лютый, ты куда? Да подожди, ты развяжи, ты, елки! Скотина ты, Лютый, ну, я теннис с детства ненавижу. Ты скотина ты. Лютый, вернись, блин. Скотина, блин. Че? Правда, теннис ненавидишь? Вообще, с детства. Красава! Ну чё, по пивасу? Ну давай, по пивасу. Пора тебя завязывать, мужик. Всю палочку просадишь. Ну да, спасибо вам. Простите, можно вас попросить еще партийку? На все? Не, на все я не потяну. На то, что осталось. Мужик, ты сливаешь третью партию. Я с тобой больше играть не буду. А с сыном? С сыном? А ты, пацан, уроки-то приготовил? Только на все. Давай на все. Оставляй пирамиду. Разводишь, папаша. Ты кого вывел? Посмотри, никакой он не пьяный, а? Ваш друг сам согласился. Слушай, да ладно, я же сам согласился. Погодь. Слушай, это вообще не твое дело. Да пошел ты! Подумал, не хочу больше играть. Меня рано или поздно все равно догонят. Понимаю, ведь и меня наломать могли. Я ведь бегаю медленнее, чем ты. Ты подумай, это ж обоснованный риск. За такие копейки? Неоправданный. Вы либо мне платите больше, либо я не играю. Я плачу тебе достаточно. А шантажисты плохо кончают. Не надо мне угрожать. Я про вас тоже могу всякого рассказать. Ну, как знаешь, как знаешь. Я по повестке.
Твой клиент. Был. Не хочу о нем. Придется. Вы знаете, сколько стоит мое время? Агапкин Павел Иванович, 73-го года рождения. Ага. Был задержан по обвинению в серии убийств. Все улики против него. Чистосердечно во всем признался. В чем? В убийстве 3 подростков. На суде полностью признал свою вину. Осужден. Сидит. Я за всю карьеру несколько раз работал с людьми, при первом взгляде на которых можно сразу сказать «виновен». А у этого Агапкина 105-я статья со всеми отягчающими последствиями просто на лбу было написано. Тут на днях мальчишку убили. По всему выходит твой клиент, а он сидит. Как так? Ну, вы же его не видели. Значит, придется увидеть. Где он? За забором. Не в Москве. А. Могу отвезти. Надо? Не надо. Учитывая, сколько стоит твое время, не хочу одалживаться. Максим Игоревич, так это... Чё? Вот. Чё у вас? Ну, это... Как заказывал? Ты чё, болен? Шустрая, неприметная. Слушай, Рама, я тебя сейчас бить буду. Ну ладно, чё ты... Если ты свою пуколку достанешь газовую, я тебя вообще убью, понял? Ну ладно. Ё-моё, Рама. Чё? Там одна педаль. А она же это, раритет же, инвалидная. Так, что ты, Максим Игоревич, ты же парковаться сможешь где угодно, а? Ключи давай. Лютов, Лютов, Лютов. Он агрессивен, неадекватен, груб. У вас 15 минут, если что. Не знаю. Вообще его к людям подпускать нельзя. Да-да-да. Все? Да, все. Жень, если так плохо, клади рапу. Или перестань нарываться. Слышь ты, маньяк, тот второй мальчишка, где ты бросил его тело? В лесопарке. Место? Я не помню. Там было темно и много деревьев. Я же говорил, я не помню деталей. Это было как затмение. Но зато я хорошо помню, как он хватал воздух ртом. Как маленькая пойманная рыбка. Про затмение ты хорошо придумал. А вот про рыбку неубедительно, как в плохом кино. Ну что? Еще не надоело здесь сидеть, а? Я боюсь. Чего? Жизни. Лекарство от страхов. Выход на волю. Пора становиться мужчиной, придурок. Давай, отказ от показаний подписывай. Все знают, кто я. Мне никто не поверит и не простит. Для всех я маньяк. Ну, а я мать Тереза. Ты можешь сидеть здесь сколько угодно и приписывать себе черт знает что. Но тебя ждут.
Давай, не валяй дурака, подписывай. Оставьте меня. Семье я не нужен. Я им написал. Они приехали и ждут тебя в комнате для допроса. И жена, и дочь. Центр. Слышал про Коляна всё? Нет. А что? Задушили его вчера в парке. Пальчики, спинку. Начальство не опаздывает, начальство задерживает. Хорошо, что ты это понимаешь. Добрый день, шеф. Привет. Так, кто из вас работает меньше всех? Все определили, а что надо? Сгонять в архив и принести весь материал по мальчишкам, убитым вашим якобы маньяком. Что значит якобы? То и значит, что никого этот Агапкин не убивал. Из него маньяк такой же, как из Маринки. А чистосердечное признание ничего не стоит, да? Слушай, ты самый умный. Дай мне том «Война и мир», и ты у меня признаешься в убийстве Лермонтова. И следов на теле не останется. Он его сам написал, ясно? Никто из него ничего не выбивал. Подожди, допустим, он не убийца, хотя это признал суд. А откуда такие выводы? Я был у него. Мариночка, сгоняй в архив, забери весь материал по вашему этому ясеневскому маньяку. Так, все. Пошел нахрен. Макс! 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 Макс, подожди! Все, молитесь, чтобы он его не убил. Здорово. Спасибо. Как Хаскевич? Живой. Алютов? Улаковый. Понятия не имею. Я пойду. Вот ты где, мой неуловимый начальник убойного. Зайди ко мне, пожалуйста, и прихвати с собой макулатуру. Лен, ну, это и шутки лет 10 уже. Во-первых, не Лена, а Елена Геннадьевна. Соблюдайте субординацию, пожалуйста. Во-вторых, я не шучу. Ты работаешь всего ничего, на тебя жалуются уже. Дай угадаю. Нечего гадать, здесь не поле чудес. Что ты там устроил? Что за история с невинными маньяками? Смотри. Знаю я все про это дело. А теперь скажи, что между ними общего? Ничего. Рост, телосложение,
цвет глаз, фактура волос. Они все разные. Даже возраст примерно одинаковый, но не одинаковый. Маньяки, Елена Геннадьевна, не убивают из любви к искусству. У каждой мании есть причина, травмы из детства. У каждой травмы есть лицо. Тебе не кажется, что для одной травмы слишком много лиц? На что намекаешь? Я не намекаю, я анализирую. Убийца работал на результат, а не ради процесса. Их душили. Душили быстро. Все убийства выглядят рационально. Ни в одном случае ни нерва, ни безумия. Все выглядит так, как будто кто-то избавлялся от неудобных людей. Но это же подростки, дети. Вот. Это единственный повод думать, что убийца маньяк. А Габкин, которого вы посадили, не убийца. И убийца не маньяк. Если между жертвами нет внешнего сходства, то искать надо общее глубже. Продолжай. Чего продолжать? Фактов пока нет. Одни предположения. Не знаю, я тебя. Если есть предположение, значит, ты уже докопался. Ладно, иди работай. И помягче с персоналом, пожалуйста. Лен, я Елена Геннадьевна. Это не детсад, я не нянька. Ладно, работаю. Только без фанатизма. Кстати, хорошая прическа и костюмчик. Ты был похож на драного пса. Полиция! Лютов, добрый день. День. Вы нашли его? Я хотел поговорить. Говорили уже. И здесь, и в отделении, и в морге. Простите. Я не отниму много времени. У вас остались фотографии сына? Да, конечно. Проходите. Спасибо. Здесь все как при сыне осталось. Мы с ним без отца вдвоем живем. Это он еще маленький. А это одна из последних. Здесь у нас соревнования. Он тоже бильярдист? Почему тоже? Простите, он на бильярде играет. Не то слово. Он буквально бредил. Я его увлечения не понимала. Борчала. А он всерьез говорил. Я спортом занимаюсь. А какой это спорт, когда 14-летний мальчишка шары катает? С другой стороны, все-таки лучше, чем по подъездам клей нюхать. На соревнования ездил, призы получил. Серьезно? Очень серьезно. Только эти дипломы я сама повесила. Ему это не нужно было совсем. И кубок этот, как будто и не призы это вовсе. Тренер его хвалил. Говорил, что Коля мастер. Это он с тренером на фотографии. Простите, а можно я возьму эту фотографию? Я верну, обещаю. Спасибо. Как зовут тренера? Северьянов Павел Иванович. Хороший. Он к ученикам подход имел.
ты что делаешь? Ты сукно так порвешь. Здравствуйте. Вы что-то хотели? Мы через 15 минут закрываемся. Хочу своего сына устроить в секцию. Набор в сентябре. Он у меня очень спортивный. В нарды играет хорошо. И на гитаре умеет. Думаю, из него получится отличный бильярдист. Хорошо, приходите завтра. Если он что-то умеет, постараемся его устроить. Спасибо. 100 лет не играл на бильярде. Сейчас не лучшее время начинать, поверьте. Разобьем. Это называется мертвый шар. Ведь так? А я слышал, у вас тут паренек погиб. Да. Возвращался один поздно. Хорошо, что этого маньяка поймали. А я вот слышал, что этого маньяка... Что этого маньяка оправдали и отпустили. У меня нет радио. Что вы делаете? Это не по правилам. А я... В прошлом хоккеист. Там другие правила. Когда вы пришлете своего сына? Никогда. Наоборот, скажу ему, чтобы он это место обходил стороной. Пусть лучше в проферанс тренируется. Тебя видел на фотографии с Ерулиным, да? Да, друг он мой. Только вот убили его. Я знаю. Вы здесь вместе тренировались? Ну, да. Ну, ладно, давай пока. Погибшие пацаны играли на бильярде и были мастерами в своей возрастной группе. И что примечательно, тренировал их всех один тренер. Я только что говорил с одним молодым бильярдистом. Свидетель есть. Не убийство, а махинация. Схема проста до безобразия. Тренер выходил и проигрывал несколько партий подряд своему сопернику, пока тот не входил в азарт. Дальше выставлял вместо себя мальчишку. Мол, с сыном сыграйте. И ставки увеличивал до предела. Мальчишка выходил, он мастер спорта, конечно, и завершал всю партию с Кия. С Кия? А с Кия это что? А это значит, клал все шары подряд и без промаха. А дальше мальчишка просил увеличить долю. За риски. Потому что его побить могут, если узнают, что он не сын, да? Да. Один громила уже пытался накостылять нашему вундеркинду. Попался бы тренер, вломил бы ему. Но, увы. А почему увы? Потому что одним убийцей было бы меньше. То есть ты считаешь, что тренер убийца? Я не считаю, я знаю. Да, но зачем тренеру убивать детишек? Они же ему прибыль приносят. Ага, приносят до тех пор, пока не начинают просить долю и шантажировать. А с этого момента они уже не источник дохода, а угроза. Тебе это тренер сам рассказал? Все ведет к нему. Да, но только доказательств никаких нет. Теперь уже вряд ли появится, пока он на очередном убийстве не проколется. А свидетель твой не свидетель, а соучастник и потенциальная жертва. И что ты предлагаешь? Подождать? Пойду к Раковой, выбью ордер. На арест ордер не получишь. На обыск. И что ты там найдешь? Отрезанные уши он дома точно не хранит. Орудие убийства не стрелял, не резал. Он их душил. Все чисто, ни к чему не подкопаешься. Доказательств никаких, одни домыслы. Ну и к чему вся эта канитель? Самоутвердиться хотелось? Пойдем, Саныч, я сам Ракова попрошу. Просил уже один раз.
Шеф, а что вот дальше? Вот тут у меня... Ничего. Я просто пойду прогуляюсь. Погоним. Есть ордер. А как же Лютов? Да хрен с ним. Здравствуйте. Чем обязан? Разговор есть. Давайте только побыстрее. Через 15 минут я должен уйти. Четвертьфинал футбол, сами. Ух ты, разносторонний какой. И шарики его интересуют, и мячики. Ну, попробуй уложиться. Жил-был мальчик. И учился он хреново, зато на бильярде играл талантливо. И звали этого мальчика Эльдар Ярулин. Был у него тренер по фамилии Сверьянов. Учился он тоже кое-как, зато шары гонял очень хорошо. И подумал тренер, как бы на этом денег поднять. Думал. И придумал он такую штуку. Взял он этого мальчика, талантливого к себе, и поехал с ним по бильярдам. Играл, проигрывался в дым. А на последней партии ставочку поднимал. На максимум. А вместо себя мальчик ставил. Ну, дескать, все равно продулся. Пусть хоть сынишка сыграет. Соперник на это дело, конечно же, велся. А мальчик выигрывал. Потому как играл для своего возраста он на уровне мастера. Вот. Так они работали. Пока мальчик не смекнул, что с этого тренера можно денежек поиметь. И не только на мороженьку. Попросился в долю. Тренер испугался. А вдруг его ученичок в полицию пойдет и сдаст его с потрохами? Делиться не захотел, а мальчонку придушил, как котенка. Вот и сказочке конец. Что вы хотите этим сказать? Ах да. Для новой аферы тренеру понадобился новый мальчик. И сказочка повторилась. Потом еще и еще раз. Наколу мочалу, начинай сначала. Ерунда какая-то. Вот и я думаю, ерунда. На материи отпечатки не остаются, не так ли? Кто вы? Полиция. Лютов. Не понимаю, что вам нужно. Чистосердечное признание. Убежать не успеешь. Вы не будете стрелять, вас посадят. Если ты думаешь, что я до трех считать стану, не жди. Мне в американском фильме. Да, все так. И что? Ни один суд у вас этого не примет. Доказательств нет. Вот видишь, и в 15 минут уложились. Придушить бы тебя, как в том парке. И оставить на дорожке в твоем фирменном стиле. Вроде как ясеневский маньяк завалил ясеневского маньяка. Смешно? Ага. Это не бойся, мы же не маньяки. Идем.
чё смотришь? Шоу. Ради бога, вы совершаете ошибку. Если я ошибаюсь, тебя Бог отсюда выведет. Но я редко ошибаюсь. Ну что, как успехи? Хреново. Ордер дали со скрипом, под мою личную ответственность. Квартиру этого тренера бильярдного запчасти разобрали. Толку ноль. И сам куда-то исчез. Думаю, почувствовал что-то. Может, в розыск объявить? Толку ноль. Америку открыли. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Я минуту. Стой. Ну-ка, дай мне по роже. Ну, вмажь мне. Чего вдруг? Ну, что это по-честному. Я тебя достал. Ты хочешь меня ударить? Давай, бей. А Кракова ходить не по-пацански. Да и бесполезно. Усёк? Усёк. Ну, вот и хорошо. А то в следующий раз я тишком говорить не стану. Я тебе в следующий раз в рожу дам. Дотянись сперва, салага. Еще один.